Сегодня на библейском портале «Экзегет» мы продолжаем наши беседы по трудным местам Священного Писания. И сегодня мы рассмотрим такой вопрос. Как у Бога может быть родословие и какое отношение к Нему имеет Иосиф, обручник Девы Марии? Родословие Христова в Евангелии от Матфея начинается словами родословия Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова. Это Евангелие от Матфея, первая глава, первый стих. Но в то же время у пророка Исаи мы находим следующие слова. Это 53 глава, 8 стих. Но род его кто изъяснит? То есть происхождение Господа Иисуса Христа по божеству, оно неизъяснимо и неописуемо. Значит, те два родословия, которые мы имеем в Евангелии от Матфея и в Евангелии от Луки, они касаются только истинного человечества Иисуса Христа, но ни в коей мере не касаются Его божества, потому что Бог безначальный, и Он не имеет никакой причины, для себя самого. В Евангелии от Луки мы читаем такие слова. Третья глава, 23 стих. Иисус был лет 30 и был, как думали, сын Иосиф. Какое отношение ко Христу имеет Иосиф, обручник Девы Марии. Тем более, что Евангелие от Матфея дает родословие Христова по Иосифу. Люди ошибочно думали о том, что Иисус поплати Сын Иосифа. И здесь они заблуждались, они не были посвящены в тайну непорочного зачатия Христа, Сына Божия, от Духа Святаго и Пресвятой Девы Марии. Но что интересно, в некоторых случаях и само Священное Писание называет Иосифа родителем Иисуса Христа – отцом. Это Евангелие от Луки, вторая глава, 41 стих. Там сказано, каждый год родители его ходили в Иерусалим на праздник Пасхи. И мы знаем из этой истории, что потом они его потеряли, Мария и Иосиф, и искали, и нашли его в храме, только через несколько дней. Почему Иосиф все-таки называется родителем? Он был названный отец Иисуса Христа, потому что он усыновил Иисуса Христа. А теперь мы ответим на вопрос, почему так важно – чтобы Христос происходил через усыновление от Иосифа, только через усыновление, и имел отношение к родословию Пресвятой Девы Марии. Родословия, которые мы имеем, они разнятся. Родословие по Евангелию от Матфея – это царственное родословие. Ибо Иосиф, который усыновил Иисуса Христа, он сообщил ему все права своего родословия. Как в свое время патриарх Иаков усыновил детей своего сына Иосифа Прекрасного, Манасию и Ефрема, и сообщил им право быть коленом израильским. Если по Иосифу это царственное родословие, то по Девы Марии это священническое родословие. Хотя и в случае с Иосифом, и в случае с Марией родословие восходит к Давиду царю Давиду, но восходит по-разному. Во-первых, в Евангелии от Луки, 1 глава, 36 стих, мы видим свидетельство Божьего ангела. Вот и Елизавета, родственница твоя, называемая неплодной, и она зачала сына в старости своей, и ей уже шестой месяц родственница твоя, по-славянски, южница, а Елисавета – жена священника Захарии. Это значит, что в Иисусе Христе соединилось царское родословие по Иосифу через усыновление Иосифом Иисуса, младенца, и священническое родословие через Пресвятую Деву Марию, потому что там каким-то необычным образом произошло соединение царственной линии только по Давиду и со священнической линией. Христос – истинный царь и истинный священник. Истинный царь и истинный священник. И давайте посмотрим, как это выглядит у Матфея. Соломон родил Рваама, Рваам родил Авию, Авия родил Асу. Это Евангелие от Матфея 1.7. Здесь мы видим царскую линию. После Давида называется его преемник на троне Рваам. А вот в Евангелии от Луки несколько иначе, там родословие восходит к первому человеку, к Адаму от Иисуса, и говорится, это 3 глава, 31 стих, что Иисус Нафанов, Давидов, то есть после Давида упоминается Нафан. Если говорить по нисходящей, а у Матфея после Давида Соломон, потом Рава, таким образом Евангелие от Матфея дает нам царское родословие, а Евангелие от Луки, где царская линия прерывается на Давиде, по Нафану, Натану. Таким образом, соединяются удивительным образом два колена. Царственное, дом Иуды, и священническое, дом Левия. А Христос истинный царь и истинный персвященник. И давайте посмотрим, что говорится в Евангелии от Матфея. Первая глава с 20 стиха по 24. Когда он помыслил это, то есть Иосиф помыслил в сердце своем отпустить Марию, потому что не был посвящен в тайну ее непорочного зачатия от Духа Святаго. Но когда он помыслил это, все ангел Господень явился ему во сне и сказал, «Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившийся в ней есть от Духа Святаго. Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». Вот здесь ангел Божий прямо говорит Иосифу, что он должен усыновить Иисуса, потому что наречь имя в то время означало признать свое отцовство или усыновить. Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их. И далее. И он, это уже 25 стих, последний стих первой главы, и он, то есть Иосиф, Нарек ему имя Иисус, то есть усыновил его и сообщил ему права своего родословия. Матфей писал э, свое Евангелие для лиц э, еврейской национальности. Они знали, что Мешаах, Мессия, Христос, должен быть потомком Авраама, Исаака, Иакова, Давида и Соломона. Поэтому очень важно было подчеркнуть связь Иисуса через усыновление Иосифом с царственным коленом, а через Евангелие от Луки показать связь Христа с священническим коленом. И апостол Павел в послании к евреям называет Христа первосвященником, то есть истинным священнослужителем. И православная церковь в человеческом служении Христа выделяет три аспекта. Его служение как царя, его служение как пророка и его служение как первосвященника. Таким образом Иосиф поучаствовал в тайне домостроительства нашего спасения. И мы исповедуем Христа в Его человечестве царем из дома Давида. А мы знаем, что Давиду было сказано, что на Его троне вечно будет пребывать Его наследник. И этот наследник по плоти – это Иисус Христос. Потому что иудейское царство разрушено, потомки Давида рассеяны, и только тот, который вознесся на небеса и восел одесной Бога Отца, он по-прежнему восседает на этом престоле. Это значит, что обетование Божье, они верны и непреложны.